Bu dersimizde Rusça işaret zamirlerini öğreneceksiniz. Этот карандаш мой. Этот карандаш мой. Bu cümlede bana ait olan belirli bir kalemi işaret ediyoruz. İşaret zamirleri isimlerden önce gelir ve hangisi, hangileri sorularını cevaplar. İlk önce işaret zamirlerine bakalım. Этот – тот. Это – та. Это – то. Эти – те. İşaret zamirleri sonrasında kullandığımız ismin cinsiyetine ve sayısına göre değişir. То платье моё. То платье моё. Это kelimesi bazı durumlarda size karışık gelebilir. İlk örnekte это мой дом, это мой дом genel bir bilgi vermek amacıyla sıfattan önce kullanılır. Bu yüzden burada это işaret zamiri değildir. Это письмо моё. Это письмо моё. İkinci örnekte ise daha açık olmak istersek это kelimesini isimden önce kullanırız. Burada ise işaret zamiri olarak kullanırız. Birkaç tane daha örneklere bakalım. Это хорошее кино. Это хорошее кино. Это кино хорошее. Это кино хорошее. Это интересно. Это интересно. Эта ручка пишет, а та не пишет. Эта ручка пишет, а та не пишет. Эти дома дорогие. Эти дома дорогие. Те дома дешевые. Те дома дешевые. Это окно грязное. Это окно грязное. То окно чистое. То окно чистое. Это мороженое мое. Это мороженое мое. Карандаш, карандаш. Линейка, линейка. Ластик, ластик. Клей, клей. Точилка, точилка. Ножницы, ножницы. Бумага, бумага. Книга, книга. Doğru bir cevap seçelim. Я ничего не понимаю. Кто переставил все наши вещи? Это бумага моя или твоя? Это бумага моя. Этот ластик мой или твой? Этот ластик мой. Чьи эти ножницы? Эти ножницы тоже мои. А где все мои вещи? Давай спросим нашего директора.